Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы с вами сделаем вот такое колье. Очень легко, просто и быстро. Начнем. Раскатываем два пласта полимерной глины, зеленую и золотую. Золотую откладываем, а зеленую складываем пополам. Прикладываем к текстуре с ярко выраженной рельефной поверхностью. Хорошо прижимаем и аккуратно отлепляем наш пласт. Лезвием равняем край и отрезаем полоски. Берем трость «Волшебный эффект», отрезаем от нее пластинку. Лезвием равняем ее и прикладываем рядом с зеленой. Хорошо прижимаем пласты друг к другу и к основе. Прозрачную полимерную глину я добавила чуточку белого для матовости и все хорошо перемешала. Также раскатываем пласт 2,5 мм толщиной, складываем его пополам и прикладываем к текстуре. Нарезаем на полоски. Не забываем ровно прикладывать каждый пласт и хорошо прижимать. Гибким лезвием задаем форму центральному элементу. Золотой пудрой покрываем только выпуклые части. По той же схеме делаем два дополнительных элемента, только меньшего размера. Вся прелесть в том, что формы могут быть любые, как и текстура. Это лишь еще одна вариация, легко и просто. Отправляем запекаться при температуре, указанной производителем. После запекания сверлом делаем отверстие. Собираем все на чокер. В промежутке я продела бусины. Готово! Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Подписывайтесь на канал, смотрите другие мои мастер-классы, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых уроков! Пока-пока!